Древность из Вьетнама, весит тонну, поджарит все, что сделано из мяса. Главное, чтобы руки не дрожали. Дуло можно отрегулировать под разные калибры, но я предпочитаю 50-й. Теперь, когда я знаю, что боеголовка у криков на острове Гранд-Никсон, мне нужно вооружиться, залатать дыры в защите и допечь печенье Джоан. Значит, вы с Черной вдовой нападали русским. А ты не знаешь, где сейчас Черная вдова, Фрэнк? В отпуске. Да, в любом случае вы очистили доки от русских. Даже танк уничтожили, который они непонятно как провели мимо таможни. А затем ты перехватил русское судно и взорвал его ко всем чертям. Там что ты делал? Искал кое-кого. Кто-то по имени Криков, Касл? Генерал Криков? Да уж, он еще тот фрукт. В любой базе данных можно его найти. Ты его, наверное, сильно разозлил, Фрэнк? Так поступить с его русскими партнерами. А это тебе о чем-нибудь говорит? Криков, остров Гранд-Никсон... Я имена не очень хорошо запоминаю. Трупы помню. И Криков за тобой кучу народу послал, да? Ну а почему же вы открыли дверь, не проверив, кто за ней стоит? Нужно перезарядиться и накрыть этих коммерсантов. Блин, Джоан еще печенье напекла, наверное. Последнее желание, здоровяк! Каратель жестко играет! Да уж, твой лучший выстрел! Американская свинья! Не боись, здоровяк!
До свидания. Это плохо. Пусть Криков получше подготовится к встрече со мной. Не знаю точно, как я доберусь до острова, но я там буду. Боеголовку нужно обезвредить. А он просто пропал? Не хотел бы я с ним в темном переулке встретиться. А ты, может, и встретишься еще, Фрэнк. Криков послал за тобой русских, и ты решил с ним разобраться. Где ты нашел настолько тупого пилота, чтобы он согласился доставить тебя на остров Гранд-Никсон, Фрэнк? Ну, ты кого-то нашел, высадился на острове. Я так понимаю, ты старого друга встретил. Остров Гранд-Никсон на картах не значится. Это вроде зала ожидания для ада. Держись, крошка, держись! Криков свез сюда всю русскую мразь. Спецподразделения, бизнесмены, наемные убийцы, все сплошь рядом, садисты и убийцы. Никто из них его не спасет. Он послал русского убить меня дома. Теперь моя очередь. Эта штука в дороге на части не распадется? Не дергайся, эта крошка крепче, чем ты думаешь. 900 метров, выравнивай. Хозяин барин. Да, где-то 900 метров сейчас. Спасибо, что летали самолетом и Хэкета. Осторожней на выходе. Сторожка и пара башен. Пара снайперов наверху. Сырень, я пойду отолью. Скоро вернусь. Чужой! Нужна помощь! Я насу на твою могилу! Кто здесь? Я вас... Чувствую себя почти как дома. Сдавайся, и тебе не причинят зла. Ублюдок!
Впереди снайперы. Кто знает об этом? Я выпотрошу тебя! Рассредоточиться! Ты умрешь! Мне нужна информация, срочно! Отпусти, засранец! Крикоп убьет тебя за это. Нет, прошу! Оружие на складе! В другом конце здания! Выходи, пока я не разозлился! Выходи, пока я не разозлился! Ты сегодня... Плохая идея, каратель! Сейчас я тебя грохну! Сюда! Ты не смоешься! Стреляй, это он! Кончи меня! Мочи его, быстро! Ты врешь, а я посмеюсь! Я пуст! Он здесь! Захватчики на курс штаба! Всем постам! Доложить! Здесь кто-то еще. У нас равные силы. Он не может нас всех убить. Посмотри, что ты наделал, ублюдок. Ты говна кусок, карта. Что здесь происходит? Зачем мне тебе что-то говорить? Важного я ни хера не знаю! Криков заказал твою сраную башку за 5 лямов! Завалим его!
Стрельба, наверное, весь остров потревожила. Большая змея, а если голодная? Я разорвем тебя! Смотри, чтобы эта закуска тебе аппетит не перебила. Есть, генерал? Что происходит? Расходимся, это он! Впереди снайперы. Подтягивайтесь сюда, быстро! Есть, генерал! Это каратель! Со мной так попробуй! Я вижу его! У меня еще где-то патроны есть. Где мне взять нормальное оружие? Ты не заставишь меня говорить! Я ни хрена не скажу! Живым не уйдешь! Гранаты в шкафу, в кладовой. Бомб много никогда не бывает. С тем же успехом можно было и в дверь позвонить. Заслон. Нужно подобраться поближе.
Это каратель, да? Сейчас! Здесь не нужен. Что ты здесь делаешь? Я осматриваюсь. А что здесь делает щит? Так же, как и ты. Пытаюсь остановить психа. Что-то отряд у тебя маловат. Объединимся? Но постарайся не стрелять мне в спину. Пойдем. Подожди, электронная дверь. У меня есть коды. Живее, Кэсл! Выстрел, Кэсл. Сюда! Я ничего не делаю, я клянусь! О! Юрий, это ты? Впереди, Фьюри, еще одна пушка. Моя бабушка была круче тебя. Черт, я займусь остальными, а ты разберись с пушкой. Это он? Не дайте! Сейчас я тебя... Что не будешь участвовать, Фьюри. У меня свои счеты с криков. Погоня становится быстрой, Кассо, а ты не успеваешь. Генерал Криков, они уже здесь. Хватит сраться в штаны, вы же солдаты! Позовите меня, когда не сдохну!
Где оружие хранится? Ты не посмеешь! Там нет оружия! Вниз по коридору, оружейный склад, код доступа 48326. Не убивай меня! Какого черта здесь творится? Отвечай, черт побери! Где-то в здании. И чего же мы ждем? Хороший выстрел, Кэсл! Они идут. Подготовься. Какая удобная цель! Нельзя. Вообще раньше стрелял, Кэсл! Ой, этот тумник! Выходи, пока я не разозлился. Мне все равно, кто ты. Ты труп. Он здесь, взять его. Чисто. Теперь займёмся Криков и этой бомбой. Время! Смертный! Завалим его! Твоя судьба! Здесь каратель! Он здесь! А куда все делись? Не шути со мной!
Что там за задержка? Вынь голову из задницы и готовь ракету! Сэр, процедура занимает какое-то время. Если эта боеголовка не будет готова через 30 секунд, я тебя как гондон порву! Иванов, Васильев, бегом сюда! Черт, я займусь жирным, вы ищите боеголовку. Нападай! Я теряю время со щенка. Я вижу его! Отклагин! Вот он! Я тебя слышу! Он всех нас убьет! Ты скоро присоединишься к нему, каратель! У нас равные силы! Это мой день! Расскажи мне что-нибудь интересное. Ты больной ублюдок! Я не скажу! Почему не убьешь меня? Желание исполнено. Посмотрим, кто первым до крипов доберется, Фьюри. А вот и пусковая площадка. Только так можно пройти. Ник должен был мне снайперскую винтовку дать, она мне тут нужна. Притаились. Надо выманить их, пока я не буду у них как на ладони. Криков! Пора сукромить! Любимая поговорка великана из фантастической четверки известного супергероя в России. Кончай! Разберись с карателем, а я с боеголовкой повожусь! Отлично, командир! Русские не сдаются! Если опять все испортишь, я себе башку оторву и на стенку повешу. Нет, в этот раз заканчивают русские. Ни Фьюри, ни Криков.
Без сознания. Ну, мне проще. Должны закончить эту встречу, здоровяк. Будет больно. Здесь каратель! Ты говна кусок, каратель! Ты умрешь от моей руки! Расскажи мне что-нибудь интересное. Ты думаешь, что можешь меня запугать? Я убью тебя за это. Я любимый подчиненный Крикопфа. Отпусти меня! Нам весело, да?
Ников хочет, чтоб ты умер. Русский поддерживает. Какая удобная сумма спасти. Страшнее мухи. Пуля для русского не страшнее мухи. Мухи. Где ты прячешься, ублюдок? Пуля для русского, не страшнее, пуля для русского, не страшнее мухи. Ты врёшь? Не страшнее мухи. Время умереть! Рассредоточиться! Где ты прячешься, ублюдок? А теперь Крикопов. Слишком поздно, жалкий идиот! Теперь запуск не остановить! Может и нет, но ты уже никогда не узнаешь.
I can't believe he let me live.